Приветствую вас. Мне кажется, что, в общем-то, ничего плохого нет в том, что вы хотите семью. Хотеть семью – это нормально. Но вот здесь у вас вся тонкость в том, что в семье, ну, в отношениях в семье, вы почему-то исключаете такой момент, как любовь к себе. Я вот, честно говоря, ну, не очень понимаю, с чем это связано. То есть, в семье вы теряете себя, в семье вы, кажется, предаете себя настолько, что готовы на все. Вот. И мне кажется, что это не может быть, не может не быть, точнее, механизмом, запускающим все остальное у вас, ну, я имею в виду, механизмом, запускающим то, как вас видят мужчины, то, как видите вы себя сами, вероятно. Вот. То есть мне кажется, что семья для вас это какой-то вот тотальное самопожертвование. Мне так, по крайней мере, видится, я был бы рад ошибаться. И, собственно, свое счастье, как вы говорите, женское счастье, вот, вы, ну, помимо того, что связываете только с мужчиной, да, сужаете его до счастья брака в семье, то есть, ну, на мой взгляд, здесь обесценивание идет довольно-таки серьезно. Как бы нет ощущения, что вы себя цените, вы видите, ну, в себе собственную ценность и так далее. То есть есть ощущение, что вы относитесь к себе как к, ну, так вы знаете, такому, как будто бы вторичному моменту. Вот. То есть я могу быть счастлива, транслируете вы мысль только с, ну, только с человеком, другим человеком, мужчиной. Вот. И
все. Мне кажется, эта позиция, она довольно деструктивна, она делает вас зависимыми. Вот. И еще раз повторюсь, ничего нет плохого в том, чтобы хотеть семью, но вы теряете себя. Вот. Вы ради семьи, по сути, игнорируете то, что человек вот, ну, довольно проблемный, и ладно, что проблемы, вот, проблемы есть у каждого, у всех, но человек же еще получается стремится особо ни к чему, я так понял, он не особо чего делает, вот, вы все это терпите и так далее. Вот. Ну и я не знаю, у вас здесь может быть у вас здесь есть страх остаться одного, или, может быть, у вас есть что-то еще, о чем вы не говорите, например. Ну, то есть, вот. Тем не менее. Вот. Такая вот история. Ну, мне так, опять же, видится. Как это обычно бывает. Ну, как бы. С точки зрения психотерапии. Вот. Ждать вы можете, конечно. Никто вам не запрещают ждать. Вот. Но вопрос мне кажется немножко в другом. А как долго вы будете зависим находиться, ну, то есть, вот, есть ощущение, да, что человек, к примеру, ну, контролирует все ваше жизнь другой, то есть, у другого человека есть, по сути, есть такие, знаете, как рычаги, да? Вот. И вы согласны с этим? Ну вот. С тем, что так происходит. Ведь оно, в принципе, может по-другому быть. Вот. Ну, если вы хотите, конечно. Как-то так. То есть ваша история, да, она прям то, как развивались ваши отношения. По сути. Ваша история про то, как вы, не знаю, выстраиваете свои отношения, с людьми. Вот. Ваша история, она про это. Вот. Но важно
на мой взгляд, не это, а важно, на мой взгляд, как вы в этой вот ситуации в целом оказались, и как сделать так, чтобы вы в ней больше не оказывались. Вот. Понимаете, какая штука. А пока что у меня есть ощущение, что, ну, у меня есть такое чувство, что это вопрос времени, когда вы окажетесь снова. Вот. Потому что вы видите себя исключительно в контексте другого человека. И мне кажется, это, ну, очень обесценивающе по отношению к вам. Вот, ну, ну, мне так кажется, по крайней мере. Вот. Я так вижу этот момент. А как вы видите вы? И видите ли вы его? Как-то. То есть вам нужно, мне кажется, несколько пересмотреть свою позицию относительно семьи, да, потому что семья — это семья, но в данном случае, мне кажется, вы теряете себя и вредите себе только. То есть обрекать себя на какую-то несвободу и так далее, так далее, так далее. Вот что-то не складывается, ну вот. Что-то не складывается. И нужно понять, что именно не складывается. Ну, мне так опять же видится. Ну вот, и поэтому, ну, имеет смысл, наверное, спросить себя, а к переменам вы готовы? А меняться вы готовы? Если готовы, то хорошо, психологи вам помогут себе разобраться. А если нет, то, понимаете, то здесь возникает вопрос. Вы пишете, значит, еще в 2015 году я развелась. А из-за чего? До 2020 в личной жизни не везло вообще. А как вы настраивались, выстраивать личную жизнь? Вот. Ну, то есть, что конкретно вы делали для того, чтобы выстраивать личную жизнь? Вы правда считаете, что личную жизнь можно выстроить посредством, ну, везения? Вы правда так считаете, что, ну, вот, что везение? Потому что получается, что, опять же, от вас ничего не зависит в таком случае, получается, как будто бы. Вот. Ну, это немножко
Это немножко нехорошо для вас, как мне кажется. Вот. Если от вас. Ничего не зависит. Вот. Дальше. Я уже совсем отчаиваться стала, так сильно хотела семьи, обычного женского счастья. Вот, ну давайте как-то немножко подробнее об этом, да? То есть понятно, да, что семья это хорошо. Вот, но что такое обычное женское счастье? Мне кажется, здесь вот вся сложность заключается в том, если мы говорим про вашу историю, то здесь сложность заключается в том, что желание женского счастья вы можете подменять чем-то другим. Например, страх, например, что-то еще. Такое ощущение, что вот, знаете, без женского счастья, вы как будто бы не можете. Вот такое ощущение возникает, честно говоря. Я не знаю, да, как бы, ну, может быть, я не прав, вот, но, мне кажется, такая вот история, вот, ну, это если вот можно как-то описать эту ситуацию, описать эту историю, вам дать обратную связь. Потому что вот там, где вы, ну, пишете, что отчаялись, что вам не везло и так далее, да. То есть, опять же, хочу, ну, подчеркнуть, что я не говорю о том, что ну, хотеть семью это плохо. Я не говорю так. А я думаю, что ну, это нормально. Но то, как вы это делаете, вот именно вы, как вы это делаете, вот как именно вы это делаете. Это вопрос, на который, мне кажется, нужно найти ответ. А до тех пор, пока этого ответа нет, вы будете совершать самые разные действия, вот, всегда понятны вам самой. Например, вот, вы будете совершать действия, которые вас самой будут удивлять и так далее. То есть, ну, я бы обратил ваше внимание вот на эту вещь. Ну, правда, вот на эту вещь я обратил бы ваше внимание. Как на такие вот достаточно важные, достаточно серьезные, вот, и так далее. А дальше уже нужно смотреть, как вы хотели бы. То есть, насколько вот ценности, свои ценности, насколько своих интересов, своих желаний, своих, если угодно, там, не знаю, возможностей вы приносите в
отношения. Ну вот с человеком. Вот. Может быть именно потому, что вы молчите о подарках, о его деньгах, о его участии. Может быть именно поэтому так все и происходит. А вы потом уделяете этому, вероятно, ну, довольно много внимания. Вот, вы уделяете этому довольно много придаете, правильно было бы сказать, придаете этому довольно много значения. Я понимаю вас. Почему вы придаете этому много значения? Но момент здесь все равно, как мне кажется, в том, что вы не слышите себя. Момент здесь все равно, мне кажется, потому что вы недооцениваете себя, вот. И момент здесь в том, что вы обесцениваете себя вне контекста другого человека. Ну, то есть вот, что я могу там быть, да, только вот с кем-то. Одной мне, ну, условно говоря, тяжело. Такая вот история, как мне кажется. И печально смотреть, как вот эти вот, ну, данные понятия подменяются, знаете, вот желание семьи, да, чем, вот, чем прекрасно желание семьи, тем, что это желание что-то дать, другим людям. Желание чем-то делиться с другими людьми. Вот. А тут получается такая история, что вы, вступая в отношения, вы как будто бы не столько делиться чем-то хотите и готовы, сколько у вас есть потребность в чем-то. Вот такое ощущение, что, ну, вам вот очень, например, хочется, там, к примеру, чтобы о вас заботились, чтобы о вас, там, чтобы защищали, вот, и чем-то это хорошо, тоже, я не говорю, что это прям ужасно, плохо и так далее, нет, да, здорово, если вам этого хочется, например, и если вы, ну, если вы заявляете там об этом, о том, что вам это хочется. Но момент в том, что
на мой взгляд. По-моему, вы как раз таки об этом ничего не говорите, на мой взгляд. То есть, на мой взгляд, вы не вносите в контакт с человеком. То, что вам нужно, к сожалению. И мне кажется, что если есть проблема, то она в этом, как вот степень. Вот, наверное, так я мог бы вам ответить на вопрос, который вы задаете. И мне кажется, что довольно несправедливо, наверное, по отношению к вам ждать, пока что-то само поменяется, особенно если учесть, что у вас есть ребенок. Ну, это просто негуманно по отношению к вам. Поэтому мне кажется, что если у вас есть интерес, если вы, например, считаете, что, ну, допустим, что семья самое важное, ну, так хорошо. Хорошо. Семья самое важное. Ну, семья самое важное. Но то, что вы описываете, это не семья. Вы одна в этом. Мне кажется, что семья все-таки, когда люди когда люди взаимодействуют вместе, мне кажется, когда люди делают что-то, вместе хотя бы, вот, а не так вот, как это происходит у вас, что вы, как я понял, остаётесь одна, на один со своими проблемами. Вот, и человек их, эти проблемы, это, по сути, никак не решает. Вот. Мне кажется, это позиция несколько подменяющая понятие и несколько свидетельствующее о том, что под семьей вы понимаете что-то другое. Вот. Ну, как бы, не семью. Вы понимаете, а что-то другое, какой-то другой момент. Вот. Может быть, вы заблуждаетесь, как бы, ну, совершенно искренне. Может быть, вы не заблуждаетесь, а считаете, что вот так должно быть. Вот. Ну, так или иначе, вам нужно будет подумать над тем, куда вас это ведет. Дальше. Вот. И что вы хотите делать? Вот.
такая вот история, мне кажется. То, что я могу вам ответить, то, что я могу вам сказать сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Сейчас обратите внимание, да, что вы пишете, я знала, что у него ничего нет. Я это знала. Пишите вы. Вот. Но я-то это знал, что у него ничего нет. Но все равно, получается, несмотря на то, что вы знали, что у него ничего нет, а сейчас вы ему за это предъявляете. Получается, ну, человеку, то есть, в какой-то момент, вы перестали принимать, я полагаю, то, что вы перестали принимать в нем то, что принимали раньше. Если я верно вас понял, конечно. Вот, я надеюсь, что верно вас понял. Надеюсь. Вот, ну. Давайте мы с вами на этом закончим. Пока что. Вот, я надеюсь, что это было для вас интересно. Надеюсь, что это было полезно для вас. Надеюсь, что выводы какие-то для себя вы сделаете, вот. А я желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь за помощью, вам она нужна, если у вас нет особого желания делать это для себя, то начните хотя бы для своего ребенка. Поверьте, он вам скажет спасибо.